Voice. Стою в очереди в магазине одежды. Подходит очередь бабули, которая по поводу каждой цены что-то говорит или отказывается от покупки. Тут ей пробивают трусы. Бабуля: «Ой, это не надо, я с собой столько не взяла». Кассирша кричит: «Лена, у меня отмена, подойди». Ждем минуту, фраза повторяется громче, без результата. Тут громогласный голос кассирши на все акры торгового зала: «Лена, сними с меня трусы, сколько тебя ждать?» Очередь бьется головой о ленту с товарами. Охранник: «Да давай я сниму!» Кассирша кричит: «Нет, ты не сможешь! У тебя же ключа нет, он у Лены!» «Лена, ну сними скорее, мужчины ждут!» Очередь забилась в предсмертной конвульсии.